Здравствуйте! В эфире программа «Новости дня» в студии Даниил Добрин. О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. Вначале коротко некоторые темы выпуска. Поставки и рост цен на продукты под особый контроль. Отчет рабочей группы на совещании у главы региона. Гуманитарный груз прибыл в Белгород. Помощь от оренбуржцев раздают нуждающимся. За минеральными удобрениями далеко ехать не придется. Завод магниевых соединений готов поставлять сульфат магния для всей страны. Сверхлимит на переселение из аварийного жилья. Оренбуржье получит финансовую поддержку для досрочного завершения программы. Соцконтракт в действии. Более 5000 оренбуржцев воспользовались помощью на развитие дела, подсобного хозяйства и обучения. 21-й тур волейбольной суперлиги. Оренбургский «Нефтяник» провел встречу с нижегородским АСК. Начнем с самой актуальной темы дня. Максимум 5% надбавки для федеральных сетей, не более 15% для региональных. В правительстве области призвали взять под жесткий контроль рост цен на некоторые продукты. В частности, на соль, муку, растительное масло, крупы и макароны. Перебой с поставками зафиксированы в торговых сетях «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и «Окей», что в свою очередь вызвано возросшим спросом. Для предупреждения необоснованного роста цен и дефицита социально значимых товаров в региональном правительстве создали рабочую группу, куда вошли представители областного Минсельхоза, Оренбургского УФАС и бизнес-сообщества. Эту неделю мы сделали анализ, за неделю увеличилось потребление сахара в 4,5 раза. То есть как бы за неделю мы ее закупили как за 4,5 недели. Вот, поэтому работаем отдельно и с федеральными сетями, каждый день на связи с ними, и отдельно с Башкирией. ФАС курирует это дело 5%, федеральные сети подписались, не больше, региональные сети 10-15%. Сахар, последний сахар, новый сегодня последний сведения, уже отпуск новый пошел, последние 2 рубля. Губернатор обратил внимание на необходимость тщательно фиксировать и жестко пресекать неправомерное завышение цен на продукты и лекарства. Все жизненно необходимы важные товары должны быть доступными для оренбуржцев. Это в приоритете. Уже проведена закупочная сессия с сетью «Магнит». Часть региональных торговых сетей уже приняли решение минимизировать торговые надбавки на социально значимые товары. Минсельхоз и муниципалитеты, в свою очередь, ежедневно проводят мониторинг с целью отследить скачки цен. Информация о фактах их завышения оперативно поступает в антимонопольную службу. В регионе действуют также горячие линии, по которым можно сообщить об отсутствии товаров или о фактах завышения цен. В региональном Минсельхозе 77-69-51 и УФАС по Оренбургской области 78-66-27. Поддержка от оренбуржцев прибыла в пункт назначения. Гуманитарную помощь из села Черноречье Оренбургского района для жителей Донецкой и Луганской республик довезли до Белгорода. Сейчас продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости распределяются нуждающимся. О том, как прошла передача, рассказали участники поездки. Грузовик с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик из села Черноречье Оренбургского района выехал 9 марта. Спустя 3 дня он на месте в Белгороде. Неравнодушные жители, активные жители Оренбурга решили собрать помощь для деток. И там еще вот уже разгрузили помощь от предпринимателей, активных жителей Оренбурга. Дорога в 1700 километров была непростой. В Самаре произошла небольшая поломка. Но главная задача – довести груз с продуктами, медикаментами, а также вещами – выполнена. В Белгороде оренбуржцев встретили представители общественных организаций. Было предложено даже привести нас на ту сторону границы, где сейчас... Ну, так как сейчас там диверсионные группы работают, это небезопасно. Именно работать по гуманитарным конвоям, поэтому было принято решение все-таки передать этот груз. На следующий день нас встретили местные активисты, это Союз десантников, Союз писателей, также представители поискового движения России. На их склад была перегружена основная часть нашей гуманитарной помощи. Сейчас груз в Белгороде распределяется по 2 направлениям. Это беженцы. Там кто с детьми, в основном это женщины, мужчины, правда, тоже есть, но в основном это женщины с детьми. И второе направление – это помощь военнослужащим. Это все пойдет в Харьковскую область. Помощь будет доставлена непосредственно в руки тем, кому она необходима. Данной помощи Оренбуржья
Мы с вами, вы с нами, своих не бросаем. Напомним, гуманитарную помощь в Оренбурге собрали практически за неделю. Это первая гуманитарная помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик от оренбуржцев. Сейчас в нашей области уже собирают вторую партию. Продукты, лекарства, вещи принимаются на улице Производственной в селе Ивановка. Елена Еремина, Алексей Назин. Новости дня. Заменим своим. В России промышленные предприятия и частный бизнес активно включились в импортозамещение. Рынок, который был занят крупными иностранными компаниями, освободился. Оренбургские компании тоже наращивают производство. Южноуральский завод магниевых соединений готов поставлять минеральное удобрение сульфат магния для всей страны. Как изготавливают продукцию и в каких объемах, расскажет Ольга Энгельс. Минеральное удобрение, сульфат магния, начинается с этого склада. Сюда доставляют автотранспортом два природных полезных ископаемых – магнезит и серпентинит. Их смешивают, пакуют в мешки и отправляют на переработку в соседний цех. Технологический процесс не длительный, но беспрерывный. Дробление и разложение руды серной кислотой. Здесь сырье приобретает белый цвет. Затем кристаллизация, деление магния сернокислого в центрифуге. Логистическая цепочка выстроена так, что все сырье находится рядом. Затраты на транспортировку небольшие, а это серьезно влияет на стоимость конечного продукта. Руда, серпентинит и магнезит. С местного места рождения сходил, тут рядом 60 километров от нас находится. И серная кислота с медно-серного комбината. И вода. Последние этапы – сушка и упаковка. В итоге продукция расфасовывается по мешкам и отправляется на склад. Но и тут сульфат магния не залеживается. Это необходимое удобрение для сельскохозяйственных культур. Влияет на рост и вкусовые качества зерновых. На всех этапах строгий контроль характеристик. Коллектив лаборатории ежедневно, круглосуточно выполняет работу по контролю технологического процесса и анализ готовой продукции. 90% оборудования на заводе российского производства. Именно такая задача стояла в 2014 году, когда предприятие создавалось. Здесь есть специальное подразделение, которое проектирует новые узлы и приспособления для удешевления продукции и улучшения качества. Сначала разрабатываются макеты, затем все внедряется в систему. Наша модель, вот это вот испытание прошла, и сейчас мы его уже внедрили в производство, да? То есть можем в цеху посмотреть ее работу, то есть это происходит экономия там по топливу, по снижению выбросов в атмосферу. Это смешение наших продуктов, то есть двух компонентов, и уходим от сушильной печи. Российским фермерам необходимо более 30 тысяч тонн сульфата магния на сезон. Этот объем Южноуральский завод производил уже в прошлом году. В плане на 2022 год – 50 тысяч тонн. В 2021 продукт разошелся по всей России и еще в 7 стран мира. В этом году спрос отечественных фермеров значительно вырос. Не уступает отечественная продукция и в качестве зарубежным аналогам. По качеству наш продукт, если брать сульфат магния одноводный, он гораздо выше по качеству, потому что там идет природное, и для аграриев лучше работать с нашим продуктом. В прошлом году, когда курс доллара и евро был другим, нашим аграриям выгоднее было брать наш продукт. А сегодня в сегодняшней ситуации, вы сами понимаете, что мы выигрываем, наверное, практически в полтора раза по цене. Сульфат магния – это удобрение для сельскохозяйственных и огородных культур, которое не засоряет почву вредными веществами. Помимо этого, сульфат магния используется в строительстве, косметологии и химической промышленности. Площади и мощности Южноуральского завода магниевых соединений достаточны, чтобы занять и эти ниши. Ольга Энгельс, Алексей Назин, новости дня. К другим темам. Медицинских препаратов в больницах Оренбуржья достаточно. Об этом в прямом эфире в социальных сетях рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Она заявила, что запасов хватит минимум на 10 месяцев. За счет федеральных средств обеспечиваются льготные категории граждан. Это сложные заболевания, такие как онкология и ВИЧ-инфекция. Запасов, по данным регионального Минздрава, хватит до конца года. Региональная программа касается большей части населения. На 2022 год запланировано приобрести лекарственные препараты на 2 миллиарда 427 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 миллиард рублей и за счет средств областного бюджета порядка 1,5 миллиардов рублей, 1,4 миллиарда.
421 миллион. По словам Татьяны Савиновой, на поставки препаратов заключены контракты. Лекарства доставляются в больницы и на аптечный склад ежедневно, в том числе для лечения ревматоидного артрита, инсулин, онкогематологические препараты. Необходимые медикаменты есть и в стационарах. Уже завезено примерно на 3-4 месяца вперед. В апреле запланированы торги на второе полугодие. И теперь к новым данным по коронавирусу. По информации Федерального оперштаба, в регионе за сутки зарегистрировано 845 новых случаев ковида. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 202 тысячи. Более 1500 оренбуржцев в понедельник закрыли больничные листы. По-прежнему регистрируются смертельные случаи. За последние 24 часа погибли от осложнений 4 человека. Это новости дня, и вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Сверхлимит на переселение из аварийного жилья. Оренбуржье получит финансовую поддержку для досрочного завершения программы. Соцконтракт в действии. Более 5000 оренбуржцев воспользовались помощью на развитие дела, подсобного хозяйства и обучения. 21-й тур волейбольной суперлиги. Оренбургский «Нефтяник» провел встречу с нижегородским АСК. Оренбургская область получит финансовую поддержку для досрочного завершения программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщается на портале правительства региона. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Оренбуржья на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На реализацию программы в течение 2 лет область получит более 2 миллиардов рублей из средств федерального фонда. В порядке софинансирования регион добавит сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Это позволит завершить расселение аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года. Процесс завершится к 2023 году вместо ранее заявленного 2025. За прошлый год в Оренбуржье расселили почти 26 тысяч квадратных метров аварийного жилья и новую жилплощадь получили более 1400 человек. До конца следующего года предстоит ликвидировать 54 тысячи аварийных квадратных метров. Из них более половины расселят уже в этом году, отмечают в правительстве области. Самый большой расселяемый фонд находится в Орске, Гае, Медногорске и Оренбурге. В настоящее время региональный Минстрой формирует новую программу расселения многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Свое дело при поддержке государства. В Министерстве социального развития области подвели итоги реализации программы социальных контрактов за 2021 год, отметили ключевые моменты, поделились планами на год. За прошедший год оренбуржцы заключили 5137 контрактов. Практика составления социальных договоров начала активно работать с 1 января 2021 года. Получить помощь от государства жители области могли на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Выделялось не более 250 тысяч рублей на одного предпринимателя или самозанятого. Самым популярным в этой категории стало развитие бьюти-индустрии. При ведении личного подсобного хозяйства можно было рассчитывать на сумму в пределах 100 тысяч рублей. Еще одна категория соцконтракта – оказание помощи в трудной жизненной ситуации и поиску работы в размере прожиточного минимума, установленного в регионе. 1248 человек на поиск работы, 1300 у нас самозанятых по линии ИП и 1043 у нас самозанятых получилось по вот линии ведения личного подсобного хозяйства. И 1482 семьи, то есть они заключили социальные контракты на преодоление трудных жизненных ситуаций. Практика заключения контракта в прошлом году оказалась довольно эффективной и востребована сегодня, отмечает министр социального развития. В январе и феврале уже заключены 726 контрактов. В этом году планируют заключить еще около 5200 договоров. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделены порядка 640 миллионов рублей. И теперь о погоде. По-зимнему холодная погода сохранится на территории Оренбуржья в ближайшие 5 дней. Синоптики прогнозируют потепление к выходным. Первую половину рабочей недели ожидается не по-весеннему холодно. Осадки и метель прогнозируются в западных и центральных районах области. Порывы ветра к среде достигнут 14 метров в секунду. В областном гидрометцентре добавляют, среднесуточная температура ниже нормы. Но до аномальных показателей не доходит. Ночью до минус 25 градусов в восточных районах. Дневная температура в среднем по региону до минус 10 градусов. Во второй половине недели осадки почти прекратятся. Ожидаются солнечные дни, но по-прежнему
будет холодно. Осадки сохранятся лишь в отдельных районах, и существенно будет понижаться температурный фон, особенно в ночные часы. И до конца недели, значит, в среднем температурный фон у нас будет западные и южные районы минус 15, минус 20, северные и восточные районы минус 22, минус 27 градусов в ночные часы, в дневные часы минус 7, минус 12. В выходные погода начнет меняться. Связано это с движением атлантического теплого и влажного воздуха. В большинстве районов, возможно, пройдут осадки с разной интенсивностью в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха начнет двигаться к нулевой отметке. О спорте. Состоялся очередной 21-й тур волейбольной суперлиги. Оренбургский «Нефтяник» в домашнем матче встречался с нижегородским АСК. Нижегородская команда выдает свой лучший сезон, по ходу турнира одержав 8 побед, в том числе над действующим чемпионом, столичным «Динамо». Наши, напротив, все не могут выиграть. Более того, перед игрой с АСК заболели и не смогли принять участие разыгрывающие основы Лужков и главный бомбардир Яковлев. Однако поддержать команду в Олимпийске все равно пришли болельщики, в том числе и звезды других видов спорта. Возможность есть такая возможность в плане времени, то есть с удовольствием посещаю. Вот на волейбол, к сожалению, вот первый раз пришел, так как, ну, на самом деле, очень интересно наблюдать. Телевизор – это одно, а вживую совершенно другое. В первой партии после равного начала гости медленно, но верно стали уходить вперед. Нефтяники не бросили бороться и сократили отрыв 18-20. Тренеры АСК взяли тайм-аут и успокоили подопечных, после чего волжане академично доиграли партию 25-21. Второй сет развивался еще упорнее – 15-15, 20-20. И опять проявился наш бич концовки. А у гостей не на шутку разыгрался хорватский диагональный Лео Андрич, ставший одним из самых результативных в туре – 24 очка. Сет вновь за гостями – 25-20. Очень затяжная игра, вязкая команда Оренбурга, много играет в защите, поднимает мячей, ну, сложных в защите, страхует своих игроков, поэтому сегодня вот много упало лишних мячей, которые мы не ожидали, скидки, отскоки от блока, то есть такие общей игрой они немножко нас поддушили. Третья партия стала завершающей. Хозяева проявили характер и не отпускали нижегородцев. Только АСК отрывался, наши догоняли. В отсутствие основных сил в роли диагонального выступал Ботин. Нестандартными действиями отметились Козицын, Комаров. В концовке Панов в очередной раз сравнял счет. А когда на табло горело 23-23, нижегородцы сыграли прагматично и взяли два решающих очка подряд. 3-0 в матче. Надо отдать должное Оренбургу. Проигрывая 11-17, третья партия заставили нас понервничать. Затянули в такую равную концовку. Спасибо ребятам, выдержали, не поддались каким-то, наверное, эмоциям. Всегда с желанием, с бешеным, просто выходим на игру. Нет человека, у кого не было бы огня в глазах. И вот так концовка, как бы обидно проигрываем. Может, из-за чрезмерного желания, просто как бы хотим уже сделать все, что угодно, но не делаем то, что нужно. Следующий тур в эти выходные оренбуржцы проведут в Нижневартовске с Югрой Самотлором. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, новости дня. Во время этого волейбольного матча в зале спортивного комплекса «Олимпийский» активно использовалась символика с поддержкой спецоперации российских вооруженных сил. Ставшие популярными атрибуты спецоперации транслируются на большом экране, на баннерах, окружающих игровую площадку. Не остаются в стороне и болельщики. На трибунах таблички в поддержку действий российской армии держат в руках воспитанники молодежной команды Оренбургского волейбольного клуба. Я согласен, что должен быть мир, не должно быть войн, чтобы не запрещали спорт нам, потому что нужно развиваться, я думаю, в волейболе, во всех видах спорта. Чтобы все дружили, все вместе играли мирный волейбол. А в Ледовом дворце «Звездный» в поддержку российской армии состоялась товарищеская встреча ветеранов оренбургского хоккея и сборной вечерней лиги. На форму хоккеистов были нанесены латинские буквы «В» и «З», используемые нашими военными как опознавательные знаки. Таким образом, и оренбургские спортсмены присоединились к различным мероприятиям в рамках всероссийской акции. На этом все. Наши новости и другие проекты ОРТ доступны на сайте ortv.ru. Присоединяйтесь и группам телеканала в социальных сетях. Добавим, вы можете стать соавторами новостей на нашем телеканале. Присылайте фото и видео на актуальные для вас темы в мессенджеры нашей редакции. Телефон 8 987 852 60 11. Также напоминаю, продолжает работать круглосуточный телефон горячей линии. Звонок бесплатный. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире!